Я хочу выразить им большой респект, потому что они добились таких результатов, они уже поехали на Олимпиаду, это уже отличный результат. Я хочу сказать, что они большие молодцы, они выступают на таких крупных соревнованиях среди лучших спортсменов мира и показывают, что у нас еще есть много возможностей, много перспектив, и что даже с далекой Камчатки могут попасть спортсмены и показать себя.